Визит хорватского ученого состоялся в рамках международной программы «Темпус», благодаря которой Тюнгу сотрудничает с многими вузами Европы. Наш университет, который выиграл грант программы «Темпус» Европейского союза в консорциуме 9 университетов России, Украины и Европы на подготовку, разработку магистерской программы двойных дипломов «Международное европейское право». И вот данная программа развивается уже второй год. В своей лекции доктор Вулетич рассказал о том, как устроена правовая база экономики стран Евросоюза, что оказалось интересным как будущим финансистам, так и правоведам. Думаю, студенты ожидали некую общую лекцию о торговле в Евросоюзе, и я попытался оправдать их ожидания. И кроме того, мы презентовали наш совместный проект, о котором говорил профессор Марочкин. В дополнение к этому, я попытался привести конкретные примеры из практики европейских судов, которые помогают понять, как работает экономика и как реализуется законодательство. Я попытался дать как можно больше таких примеров, чтобы сформировать полное представление о том, как проходит процесс интеграции в торговую систему Евросоюза. Стоит добавить, что лекции зарубежных коллег проводятся в Институте государства и права постоянно, и сотрудничество будет продолжаться. Георгий Лайф, Николай Салдаев, Иврзион ТВ.